Раз, два, три, четыре, пять. Будем вишни собирать. Яркие, бордовые, будем мы здоровые. Расскажите малышу, что летом созревают вишни. Вишенка сначала вот такая зеленая. Этот плод кушать нельзя. Через время этот плод нальется соком, обогатится множеством витаминов. Ягода станет крупная, ярко-красная, даже бордовая. И такую ягодку можно кушать. Предупредите малыша, что внутри сочного плода вишни прячется косточка, кушать которую нельзя. Вишни кислые на вкус. Из них можно приготовить вкусный компот, варенье, джем. И какие замечательные получаются пироги и вареники с вишенкой. Соберите вишню с малышом и приготовьте дома много-много разных вкусностей. Ягодку можно отрывать одну или можно забирать вместе с плодоножкой. Расскажите малышу, что веточка, которая держит ягоду, так и называется плодоножка. Не забудьте погулять с ребенком по саду и рассмотреть другие плодовые деревья.